Всех приветствую себя на канале. Будем сегодня расширять пчел. Уже я их расширял, добавлял 8 рамок. И опять будем добавлять. Уже прошло почти месяц, наверное, с момента того. Лед сильный, видно. О. Это бакласты пчелы. Будем добавлять ващину для работы. Подушки пчелы сидят. Гоняем пчел дымом, чтобы матки не было. Крайней рамкой поставлю такую вот рамку под сотовый мед с того года. В том году не наносили, он так полотствоен. Кину на край, будут носить мед сотовый нам. Если матка не наложит сюда трутня. Ну и глянем, что тут они настроили. Выставить такие вот светлые рамки. Уже почти отстроены. Пчелы тут много. Это в том году была отравившая семья, в которой эти... Ой, наверное, эту рамку заберем тут с этим. Оставил. С пропавших семей с сиропом была. Они уже и меда наносили. Но тут не сироп уже. Мед засахарившийся, рапс. Не вытащили все, выгрызают его. Это рапсовый мед. Сироп они походу расходовали. Рапсовый мед остался. Так они его выгрызают. Ладно, мед не буду рапсовый трогать. Старый, хай.
выносятся отсюда. Доберемся сейчас до расплода и поставим свежих рамок центра гнезда, чтобы эти на краю были. О, лед сильный, зацвели сады, рапс, одуванчики, все вместе. Так, здесь светлый сот, там были рамки с светлым сотом. Ну не сильно, но светлый все равно. Расплода покуда не видно где-то в краю самое. Пчелы бахвост в третьем поколении. Поставим центр свежей рамки, чтобы когда разовьются, так было расплод на свежих рамках и на зиму пойдут светлые соты более-менее. Ну как светлые, за лето по-любому расплод будет их. Ай, задавил он пчелу стамеской. Так, освобождаю руки. Ставлю обратно, яйца лежат. Краю поздвигал медово. Медово-перговые рамки на край сдвинул. Вот это вот медово-перговая рамка. Это там тоже мед. Там мед. А это тут уже расплод идет. Ну как расплод, еще только яйца. Так что ставлю назад. Накидаю светлых им сколько можно. Поставим решетку и надставки бохнем. Хай работает.
сокращаю расстояние между рамок, чтобы тут вот сделать нормальное. То, что узко сильно, надо хотя бы миллиметров 8-9. Вот, посдвигал. Тут уже пространство больше между рамок можно сделать. Все. У нас когда с этой семьей почти закончили. Сейчас все это дело будем закрывать, решетку наверх ложу. Решетку под лед, под надставки. И потом надставку поставлю позже немного. То, что надо еще там порасширять. Походу рой пошел у нас. Дней, когда 29 апреля с этого вот фиолетового выходил рой. И здесь семья сильная была. Походу тоже рой пошел. Мы будем сейчас рой ловить, покуда бакфаста прикрою. Повесила он раевню, натер травой котовника. Пойду возьму маточную клеточку. То, что с фиолетового выходил, когда 29-го, так матка под ульем была, старая, не полетела. Может, и тут такое повезет, ловлю. Много пчелы над землей летает. Вот видно. Наверное, на грушу эту все-таки пойдут. А может и в районе. Никто не знает. Это пчелы. Ой, будем матку глядеть. Вдруг где-то в траве. То, что было уже не раз. Такое. Ой. Топтаться тут меньше надо. Пчел много ползает.
Да. Только задумал расширять, так они роиться начали. До этого погода не позволяла, но чтобы заморозки были, да и сейчас ночью плюс 5 всего лишь. Даже плюс 3 было на днях. Ну сегодня ночью плюс 15. Куда они пошли? Ну, бляха, к соседям что ли? Достали уже лезть на соседние участки. Погнал я туда, короче. Полетели к соседям, может вернуться, намазал котовником району. О, вернулись походу в районе. Котовник сработал. Котовник это такая вот трава. На мелису похоже. Запахом. В эпицентре раения мы. На земле много пчел. Так что ходить не будем. Куда и камеры примастись.
Ладно, постою. Ветер западно-северный, пошли против ветра. Ну вот котовником намазал районе, вернулись обратно все на районе. По земле много, может и матка по земле бегает. Вон сколько на земле. Будем матку искать, а вдруг повезет. Не, ладно, топтаться не буду. Это пчел много на земле. Вот что, вернулись. Вернулись с участка соседнего, повезло. Не будем лазить. И забор двухметровый не помогает. Все равно перелетают. Тучки наплыли. Я их, когда фиолетовый этот отравился, хотел и расширять тот день, да погода к вечеру спортилась, да не успел. Рамки надо было достать, да все сохранение. А сегодня, вот видите, покуда к бакфасту полез, уже рой выпустили. Ну что, мы берем старую матку с этого улья и высыпаем обратно этой рой еще. Ну, вернее, с роя старую матку берем, высыпаем обратно. Через 9 дней молодая выйдет. Оставим одну молодую, все. А так все время делаю. Старую при районе убираю, оставляю потом молодую со вторым роем. И обратно засыпаю. Расширять пасеку не буду. 10 семей у меня хватает для хозяйства. Вон, видно, рой садится. Не зря все-таки туда котовника напер. Да еще молодого там росло. Это кусты старые, я пересаживал с того года. А там молодые, так похуже, похуже. Ладно, буду я заканчивать с бахвастами, чтобы не стояли открытые. Ну, я кинул вот оголосики такие, накрыл подушками. Матку так и не зловил. Клеточка хай лежит. Положу клеточку, хай лежит. Да, у меня тут навес. Доски хранятся, надставки, доски для работы, такие мелкие разные. Короче, тут завал полный. Порохно, это его трухлявая верба. Много. Спилил целый пень метровый в диаметре. На это курить пчел. На 10 год запас. Ладно, покуда рой садится, я сейчас тут выровняю до конца рамки, положу решетку им разделительную, чтобы матка в надставке не шла, и пойду расширять их, что отравились. Наверное, на этом буду заканчивать, то что работы много, снимать уже не буду як. Так что всем удачи, кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до свидания. Закрываем рой и закрываем семью. Все, заканчиваем.